Это Эми. Она симпатичная и крайне романтичная учительница из маленького городка Парижа. Ее жизнь переворачивается вверх тормашками. Сможет ли она совладать с толпой разъяренных родителей, учителей, водителей, военных, летчиков, священников, офисных работников, старых развратников и многих других? Критики в восторге. Всеми конечностями за. Лучше, чем новый Джеймс Бонд. Нежный и глубокий. «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля 2021 года. Неудачный трах или все-таки удачный? Неудачный трах или безумное порно? Госпожа учитель, правда, что вы порно-актриса? Смотрите в кино.